смотрите, как персонаж по-хитрому защитился, поставил палатку на второй этаж, закрыл ее там дверью. Достроил. А мы сейчас посмотрим, как в нее можно залезть. Я, правда, тут нашумел вертолетом. Если хозяин на сервере, то не очень хорошо будет. Так, ну теперь у меня появилась цель все-таки сюда попасть. Так. Я залетел на вертолете на крышу ангара и спрыгнул на палатку сверху. Она как бы самортизировала, и я провалился сюда вниз между стенкой и палаткой. Вот меня втолкнуло в палаточку. Посмотрим, что тут есть. Как бы я понимаю, что я отсюда живым, по идее, я не выберусь. Я могу сейчас разлутать палатку, свернуть ее, перепрыгнуть через вот этот вот заборчик, который мне не давал войти в палатку, когда я в прошлый рестарт сел маленьким вертолетом вот сюда на приступочку. Он, правда, мне взорвался, винтом зацепил. Но спуститься отсюда я, по всей видимости, не смогу. Хотя я как бы готовился к падению, сделал себе шину. Вот, ну, давайте посмотрим, что тут есть. Ну, как бы такое себе. Ничего хорошего. Так. Я
тут побогаче. Штанишки. Что ж ты так матрешишь, друг? Так, ладно, это возьмем. Это тоже подберем. Это не надо. Это как бы вообще не надо. Это тоже не надо. Какой-то огородник, парень. Так, ботиночки возьмем, наши могут поломаться. Так, и мне надо мой рюкзачок, ранец разлутать. Я его, получается, прикрыл. Сейчас тогда мы это все соберем. Блин, так ранца не вижу. Вот он. Ну вот самый минус такой застройки, вот он вокруг обстроил, но проблема в чем? В том, что когда палатку тебе кто-то свернет, обратно в это место ты ее уже не поставишь. Со мной так бывало, когда я вот так вот себе палаточки обстраивал, и как бы делать так я никому не советую. Так, рюкзачок оставляем, палатку оставляем. Хотя есть у меня шанс, в принципе, спастись. Если сейчас я раскрою палатку, и она встанет внизу под крышей, то я мог бы тогда на нее спрыгнуть. Так, давайте тогда сейчас, во-первых, свои брюки сбросим, оденем вот эти. Ну, так, и то, что мне как бы было бы нужно, надо перенести в рубашку и в жилетку. Если повреждение ног будет, то если повреждение ног будет, то я могу выжить. Сбрасываем рюкзачок. Как-то вот сюда, чтобы я его потом мог забрать. Берем палаточку. Так, и теперь перепрыгнем. Вот так вот. Рюкзачок снова подберем. Стороны. Так, палаточку берем. И вот если бы она стала где-то вот здесь, то было бы. А что если мы попробуем поставить ее вот прям вот так вот? Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй, не там встала, я туда не допрыгну, или допрыгну. А если я сюда проползу и здесь попробую спрыгнуть, есть откуда? Нет, к сожалению, ничего нет.
Выход только прыгать на палатку. Здесь слишком высоко. Прям разбегаться надо хорошо, да. Вот я не знаю, прыжок мне включать или я до нее достану без прыжка. Потому что прыжок я, конечно, могу перепрыгнуть. Опа, ай! Ну, такая судьба, ладно.